На нашем предприятии подвижной состав моется ежедневно. После схода с линии, окончания смены, транспорт моется, обрабатывается, дезинфицируются места прикосновения людей, да, ручки, поручни всевозможные. Это делается постоянно и раньше делалось. Сейчас за этим усилен контроль, поэтому у нас к этому замечаний нет. Все выполняется поручение Роспотребнадзора и главы республики специальным дезинфицирующим средством в целях недопущения передачи всевозможных вирусов, да, не буду конкретно говорить. Обрабатывается все. Специалисты у нас, точнее наши сотрудники, мойщики, они оборудованы всем необходимым, оснащены всем необходимым, работают в респираторах специальных, вся спецодежда, все присутствует, поэтому к нам замечаний нет.